В этот день 2000 года в Атырау установлен памятник Курмангазы Сагырбаевла. Казахский народный музыкант Кыйше родился в Букеевской Орде, в урочище Жиделя. С раннего детства занимался игрой на дамбре. В родном ауле Курмангазы с увлечением слушал заезжих Кыйше, среди которых особо выделялся Кыйше Узак, который заметил в юном Курмангазы особый интерес к музыке и предсказал ему большое будущее. К настоящему времени сохранилось 60 кюев Курмангазы. В этот день 1790 года родился английский географ и геодезист Джордж Эверест. В 16 лет он был направлен на службу в Индию. Там Эверест начинает работать в геодезической службе. Ему удалось поднять индийскую геодезию и картографию на новый уровень. В 1852 году ученику Эвереста Эндрю Во удалось определить высоту зафиксированных Джорджем Эверестом гималайских вершин. В 2012 году в Евразийском национальном университете имени Гумилева начала свою работу 5-я ежегодная международная конференция «Столицы как центры культурных миров». Проводимое с 2008 года мероприятие было посвящено новой столице Казахстана. В конференции приняли участие десятки казахстанских и международных исследователей и ученых, преподавателей и экспертов в области истории, философии и других наук. В этот день 1926 года родился выдающийся советский казахский оперный певец, народный артист Казахстана, обладатель лирического баритона Ермек Серкебаев. Певец создал прекрасную галерею оперных портретов. В числе значительных образов – Абай в опере Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, Кожагул и Амангельда из опер «Бржан и Сара», Онегин и Елецкий, Евгений Онегин и «Пиковая дама» Петра Чайковского и другие. В этот день 1694 года родился французский композитор, органист и клавесинист Луи Клод Дакен. Самый яркий представитель жанра «Ноэль», популярных во Франции органных мелодий на рождественские темы. Произведения Дакена написаны главным образом в стиле рококо. Им присущи утонченность, галантность, сентиментальность. Одна из его пьес чудесным образом пережила столетия и до сих пор сохраняется в репертуаре пианистов. Речь идет о пьесе Дакена «Кукушка».